По инициативе ОМВД в среднеспециальных учебных заведениях города прошла акция «Сигареты меняем на конфеты». Она приурочена к вступившему в силу 15 ноября антитабачному закону. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу о вреде курения и рассказали об основных требованиях нового закона, а также штрафах за курение в общественных местах, образовательных, детских и иных учреждениях. Студентам предлагали обменять имеющиеся у них сигареты на сладости. Всю собранную табачную продукцию полицейские уничтожили.